Стопки почетных грамот на столе, цветы, президиум на сцене. Но уже с первых минут понятно, здесь все свои, стесняться некого. Вроде и протокольное мероприятие, но почти вслед за каждой официальной фразой неизменно слышатся шутки и смех. Пускай передает тебе Большинство пришло, как и подобает ситуации, в парадной одежде. Тем не менее, в зале можно видеть и людей в медицинских халатах. Врач-травматолог Александр Сербинов попал на мероприятие прямо из операционной. Он также получил грамоту от администрации района, но не считает это личной наградой, всячески подчеркивая достоинство коллег. Я хоть и сам не коренной виндовчанин, я работаю порядка 4 лет, но могу сказать, что для меня большая честь работать в таком дружном, замечательном коллективе. Что касается отделения травматологии, то на всех наших ребят можно положиться и знать, что тылы у тебя прикрыты. Чествовали сегодня и доноров. Большинство этих людей не имеют медицинского образования, и работа их никак не связана с исцелением больных. Но надо отдать должное этим людям. Без их помощи было бы невозможно спасение тысяч людей. Во-первых, я сам медик по первому образованию. Во-вторых, когда служил в армии, побывал в кое-каких горячих точках. И когда ранили одного офицера из наших, я первый раз тогда сдал кровь, с тех пор, как говорится, начал сдавать кровь. Я понял, что это очень важно просто для людей. Был отмечен и вклад тех, кто долгие годы занимается таким благородным делом, как медицина. Несколько работников Видновской больницы получили медали ветеранов. Впрочем, сами они считают эти награды не более чем своеобразным знаком внимания. Не стареют душой ветераны, да? Наверное, это про нас, потому что медики, наверное, никогда не стареют. У нас душа молодая такая, мы вот вчера отмечали наш праздник, все танцевали, и никто не делился на тех, которые только вчера пришел или пришел более 30 лет назад. Главный врач Видновской районной клинической больницы Виктор Барсук передал всем присутствующим поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всю церемонию награждения он поддерживал непринужденную атмосферу, но при общении с прессой неожиданно стал серьезен. Самое важное на сегодняшний день, это, конечно, на первое место качество лечебной помощи, да, и, конечно, еще присутствует иногда и грубость, и хамство. Я думаю, что в ближайшее время мы это искореним. И я готов любого жителя Ленинского района выслушать, принять решение по вот таким вот злободневным вопросам. Безусловно, проблемы существуют в любой отрасли, и медицина здесь не исключение. Тем не менее, глядя на этих людей, понимаешь, каждый из них приложит все усилия, чтобы вернуть больному здоровье. И эти награды – лишь маленький знак признательности за большое дело, которое ежедневно делают врачи. Максим Козлов, Данил Свидерский, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.